Сергей, город Геленджик. Много работаю за компьютером, поясница затекает. Вчера поработали с учеником, и где-то наполовину ушла боль. Вот, легче стало. Аплодисменты. Татьяна, город Донецк, Украина. Из Донецка приехали, давайте аплодисменты. Очень много лет болел седалищный нерв. После вчерашнего вообще сказка просто. И сейчас могу нагнуться хоть 100 раз. Отлично, это вообще супер. Хвала Творцу, хвала Михаилу. Здравствуйте, меня зовут Нина, я из Москвы. Вчера, наверное, видели, что Михаил со мной тут творил. Я тут кружилась. У меня тоже был больной седалищный нерв. Вчера не было, частично снялась боль. Сегодня вообще совершенно ничего нет. И легкие у меня тоже болели вчера, и сегодня тоже не болит. Благодарю Михаила, благодарю Ангелу, благодарю Ангелу. Мне вчера после того, как со мной поработала Людмила, у меня зрение улучшилось. Да, было гораздо, гораздо лучше видела, и вообще потребность в очках пропала. Потом немножечко, откатилась назад, но это мне показали, что мне есть чем работать, и, в общем-то, я на верном пути, у меня это все получится дальше, все еще улучшить. Поэтому это чудо, я благодарю Творца. Приветствую, Андрей, город Красноярск. У меня в силу каких-то обстоятельств в последнее время скопился негатив. Вчера было достаточно тяжело. После общения с Михаилом и на семинаре ушла тяжесть в душе, прямо вот кирпич свалился. И после работы Михаила намного легче стало. Боль в пояснице ушла, пока еще немного присутствует, но намного легче, прямо вот на порядок. Большое спасибо Творцу и Михаилу. Добрый день, друзья. Меня зовут Александр. Беларусь, город Брест. Я в потоке. Наш человек. Привезли и выгрузили с острой болью в позвоночнике. Вчера Михаил со мной поработал, кураторы поработали, все поработали. Творец поработал, ангелы поработали. Сегодня боль уменьшилась, ушла на 80%. Могу ходить, могу. Чувствую хорошо себя. Благодарю, благодарю высшие силы, благодарю Творца, ангелов, благодарю наставника Михаила. Саш, правильно я понимаю, что ты с трудом ходил? Да. Я вообще не мог ходить. Я вообще не мог. Он лежал, его прям приняли, он еле ходил. Да? Да, в лежачем состоянии. Его в лежачем состоянии вчера принесли. Я в таком состоянии принес. И он сейчас уже ходит, и боль ушла на 80%. Друзья, это чудо. И сегодня он танцевал, который вчера не ходил. Это мини чудо, друзья. Давайте. Благодарю. Елена, Брест. Мне вчера очень болел грудной отдел позвоночника. Подошла к Владимиру. Вот, и он со мной поработал. Все, боль исчезла мгновенно, и ничего не болит. Сейчас ничего не болит. Слава Богу. Друзья, видите, что я говорил? Это поток Творца. Каждый, кто верит, кто хочет, кто открыт, кто практикует, кто принимает наставления, может творить чудеса. Каждый из вас. Дайте себе аплодисменты. Я Марина из Германии. Чуть-чуть. Ниже? Ближе. Ближе. Вчера у меня была очень острая боль в последнее время в бедре, в пояснице. И драгоценный Владимир поработал со мной. Творцы, ангел и все пространство здесь, и у меня нету боли. Я благодарна школе, потому что за время школы я полностью трансформировалась. И мое душевное состояние и очищение, которое вчера произошло, оно просто подняло такие глубинные родовые слои, которые меня изменили, осчастливили. Я благодарна Творцу, я благодарна Михаилу. Я благодарна всем кураторам и всей школе. Люблю Творца. Да, благодарю.
Елена из Омска. Елена из Омска. Перед поездкой на выпускной, я ученица 5-го потока школы Михаила Агеева, и перед поездкой на выпускной у меня было ущемление в правом плечевом суставе. Я не могла поднять эту руку. Вот я сейчас... Она не могла ее поднимать. Она не могла поднимать ее. Она вчера, кто тут смотрел, она не могла руку поднимать, и теперь, слава Богу, аплодисменты Творцу. Всем доброго, благословенного дня. Меня зовут Татьяна, я с Владивостока. Вчера болел тазобедренный сустав. Михаил с его прикосновением и Александра со мной, потом передала Александре, куратору, все, боль ушла. Чувствую себя прекрасно. Благодарю Творца, благодарю Михаила. Благословляю школу. Елена из Феодосии. Вчера я первая попала к нашему Михаилу со своей поясницей, тазом. Сразу большая боль была, сильно вообще приехала, думала, не смогу доехать из-за такой боли. Нагнулась моментально сразу, потом пошла, легла на пол. У меня всегда правая часть была вверху, когда ложишься на ровную поверхность. Одна выше часть поясницы, другая ниже. Легла на пол, ровная, такое ощущение вообще никогда даже не чувствовала. А потом еще к Владимиру сходила, и у меня лопатки тоже одна выше, другая. Короче, все четыре конечности, эти вот точечки, у меня соединились с полом. Это такое счастье, ровная спина стала. Благодарю Творца, благодарю Михаила.